А в этом пузыре есть... О, блин! Он что, с дыркой? Что сегодня еще нас ждет? Аккуратнее, Ань. Нет. Да, вонючая пятка. Щекотно. Вонючка. Упс, опять что-то пошло не так, и у нашего антистресса прыщ. Добавляем обоих в наш лизун-гигант. Привет, ты на канале Magic Pets, я Софи. А я Эйвен. Миша, лайк. А я покемон Мимичу. И кажется, нас уже больше миллиона. И мы обещали снять клип на миллион. Но вы слишком быстро собрались, и мы не успели. Но мы написали уже песню. Так что скоро ждите. Это веселая новость. А теперь грустная. На канале Magic Family недавно вышло видео. Кошки против собак. Да, Алис, но это не та грустная новость. Грустная новость про кису Алису. Мне сделали операцию по стерилизации, и я пока что плохо себя чувствую. Короче, ребята, вы должны поддержать киску Алиску. Поддержать. И пойти посмотреть ролик на канале Magic Family. Там вышло видео не только кошки против собак, которое вы, скорее всего, еще не посмотрели. Но главное, это видео про операцию кисы Алисы по стерилизации. Обязательно сходи, посмотри тут ролик и поддержи Алиску лайком. Думаете, им интересно? Они же не посмотрели видео кошки против собак, где Аня про меня рассказывала. Конечно, Алис, ребятам важно, что произошло. Думаешь, им это важно? Конечно, важно. Они посмотрят, как тебе было тяжело. Тем более, Аня там рассказала, что обнаружили во время операции. А что обнаружили? Ой, я забыл, что Аня же снимала это, когда ты была под наркозом. Я не уверен, что тебе можно это говорить. Что обнаружили? Это опасно? Ну, ты лучше потом сходи сама посмотри. Я с видео сниму и схожу посмотрю. Так, ребят, привет, как дела? Поздравляю с миллионом, когда клип. А зачем вам тут тазик? А нам нужно поантистресситься немного. Да, такие тяжелые дни, и мы хотим поуничтожать антистрессы. Вы серьезно? И ножницы, я так поняла, для этого, да? Конечно. Мы тут насобирали кучу разных антистрессов и будем смотреть, что у них внутри. Потому что многие очень странные. Короче, ребята, как всегда, хотят что-нибудь уничтожить. Алиска, ты как себя чувствуешь после операции? Ань. Что? А что обнаружили у меня во время операции? Если честно, Алис, тебе лучше не знать. Как это? Ну, давай я тебе потом расскажу. А мэджики посмотрят на канале. А сегодня нам, правда, всем нужно отдохнуть. Ставь лайк, пиши волшебные комментарии и подписывайся на канал. А мы начнем вот с этой крысянры. Она несъедобная. Юми, хватит ее лизать. И ее бесполезно резать, она уже пустая, вы что, забыли? Помните, она лопнула, и из нее вытекло очень много просто воды. А теперь от нее остался просто как бы чехол. Она очень хорошо тянется. Прям такая, ух, резиновая. Но ничего мы с ней сделать не можем. Ну, разрежь! Ну, ладно, разрежу ее напополам. Вот, все, ничего внутри, пусто. Ну, ладно. Да, кинем ее в тазик. А вы с какого антистресса хотите начать? Ань, давай с этого хомяка. Помнишь, мы в прошлый раз не поняли, что там внутри? Да-да-да. Там был типа какой-то песок или что-то. Да, я помню. Вы уверены, он такой милый? Нет, ну мы же должны узнать, что у него внутри. Эх, ладно, как скажете. Ань, а вот на твоем канале несколько дней назад вышли Смешилкины, и там было написано «Конец лета». И столько всего там произошло. Продолжение будет? Ребят, может быть, мэджики, которые здесь, даже не знают, кто такие Смешилкины. И они, возможно, их даже не посмотрели. А вы спрашиваете. А давай так. Они сходят, посмотрят, поставят лайк. И ты снимешь продолжение. Мы ссылки там оставим. Очень уж хочется узнать, что будет дальше. Ладно, ребят, хватит болтать, давайте лучше займемся вашим хомяком. Я, если честно, первый раз в жизни вижу такой плотный антистресс. Реально, очень толстая такая резина. Какие ставки? Что внутри него издает такой странный звук? Ставлю на песок. Смотрите, когда растягиваешь его шерсть, как вены. Может, пенопласт? Вряд ли. Ну что ж, давайте разрежем его. Аня, это, слушай, а ты идешь 8 сентября на Витфест? Да что ж такое-то? Вам лишь бы поболтать о чем-нибудь. Идешь? Да, иду. 8 сентября я буду на главной сцене Витфеста. И все мэджики, кто хочет меня увидеть, могут туда прийти. Крутяк. Чувствую, сегодня с нашим уничтожением все будет идти не так. Почему? Потому что сегодня все как-то не так. Наверное, это виновата полнолуние. Так, ну что ж, я режу его. Ой-ой-ой, что это? Что это такое? Ну, это его наполнитель. Это что, какой-то порошок? Нет, не думаю. Соль? Что это такое? Ну, да, это что-то сыпучее. Вот, из головы высыпали, осталось в тельце. Как ни странно, они еще немножко как будто магнитятся. Прилипают к рукам. Как прикольно. Да уж. Ой, что же интересно это такое? Без понятия, Алис. Может, мэджики знают, как это называется? Причем твердый, а не жидкий. Да, отруби ему голову. Уже. Вот и голова вашего хомячка, вот его тельце. Как же вам его не жалко? Просто слишком интересно, что было внутри. Давайте выдернем его наизнанку и посмотрим. На попе у него какая-то пимпочка внутри. Ну что, киса Алис, неужели тебе его не жалко? Нисколечки. Ясно. Толщина этой резины реально 0,5 сантиметра. И при этом она очень хорошо тянется. Хороший был антистрессик. Интересно, что будет, если я залезу к нему в таз? Так, у меня на полу тут этот наполнитель, сейчас приберу немного. Алис, ты бы лучше в таз не лезла. А что будет? Вдруг упадешь? Я не упаду. А вдруг? Ой, ой, ой! Эй, ты что, Алис?
еще больше рассыпала. Просто хотелось проверить, что будет, если я залезу в этот порошок. Киса, Алиса, а лучше тебе этого не делать, тем более после операции. Да, что-то живот побаливает. Поэтому давай, вылази с тазика и иди полежи немножко. Кажется, и правда сегодня все будет идти не так. Да уж. Ань, да, давай, вот эту водянку. Так, водянка. Ой! Мама, я тут! Да не ты! Блин, ну еще ничего нормально не прошло. Водянка это как и в прошлый раз из рук выскользнула. Надо с ней поаккуратнее. Так, сейчас отряхну ее. Помните? Внутри там жидкости, она надувается, как пузырь. А в этом пузыре есть... О, блин! Да что ж такое-то? Точно все идет не так! Мистика! Бывает, никогда все валится из рук. Блин! Ничего себе, сколько в ней воды было! Думаешь, это вода? Смотри, рыбка! Ну-ка! И правда, может быть, это не вода? Сейчас понюхаю. Не пахнет. Вода. Много воды. Итого в этой штуке было две рыбки и одна лягушка. А вода и пузыри казались розовыми, потому что она сама розовая. По форме это просто как будто чехол. Точнее, даже не чехол, а такой полиэтиленовый туннель с двумя слоями. Вот в этих слоях как раз между ними и была вода. Вот такой вот был антистресс, который лопнул сам. И разрезать не пришлось. Ладно, надеюсь, хоть с этим антистрессом все будет так. Помните его? Вот такая блестяшка, в которой тоже непонятно, что внутри. Вроде жидкость, а вроде... Что это? Он что, с дыркой? Да что ж такое-то сегодня? Ань, ну давай все равно его разрежем и посмотрим, что внутри. Ну да, разрежем. Напополам. Вот так аккуратненько. Так. Надеюсь, он не взорвется. Да уж, сегодня все что угодно можно ждать. Кажется, это какой-то гель. Ну, по крайней мере, похоже на гель. И внутри этого геля есть маленькие розовые блесточки. Но основная часть этих блесток на самом антистрессе, то есть на его стенках. За счет них он и смотрится таким блестящим и переливающимся. А вот этот гель на ощупь такой холодный. Что-то мне этот гель напоминает, не пойму что, подскажите, ребят. Может, снег? Или орбизы раздавленные? Или ароматизатор для туалета? Очень смешно, Эйвен. Ух ты, ребят, оказывается, он должен был еще и светиться. Я тут нащупала светяшку, вот такой шарик, который должен мигать. Но почему-то он не работает. Я уже, если честно, не удивлена, ведь сегодня все идет не так. Выбрасывай его к остальным в таз. Ань! Что? Свет погас. Блин, да что такое? Что сегодня еще нас ждет? Софи, зачем ты стоишь на столе? Это не стол, а полка на коробках. Ну для вас-то это стол. Слазь давай. Ой, тут что-то мигает. Ага. А что это там такое? Это тут волосатый чудик. Волосатый чудик? Но это же, наверное, не антистресс. Давай, Юмичу. Волосы у него антистрессные. Давай посмотрим, что у него внутри. Внутри у него мигалка. А может что-то еще? Ты его обслюнявила. Предлагаю для прикола отрезать ему сначала волосы. Раз вы все равно хотите его уничтожить. Он больше похож на мячик. Он слишком плотный, это точно не антистресс. Как я его разрежу? Ладно, попробуем. И я была права. Точно. И вообще это все Юмичу. А что я-то? Эта светяшка как бы в силиконовом чехле, который приклеен изнутри к этому мячику. Но раз уж мы его все равно порезали, давайте разберем. Вот такие дела. Выбрасывай в тазик. Помните, мы уже вскрывали таких антистрессов? Да, они такие самые простые, дешевые, и внутри у них мука. Нет, она не мука, тетя Софи, это крахмал. Да, по-моему, это крахмал. Потому что он с рук не стирается. Никак не стирается. Но у нас еще 5 штук осталось. Предлагаю лампочку. Я тоже за лампу. Лампу? А, точно, лампу. Поехали. Антистресс в виде лампочки – это прикольная идея. У меня есть подозрение, что внутри просто вода. Она из такого мягкого-мягкого материала, скорее всего силикона, что к ней прилипла куча вашей шерсти. Фу. Поэтому она выглядит замызганной и грязной. Вот в этом пластиковом шарике мы ее хранили, и она все равно испачкалась. Ну ладно. Прикольно, что капельки воды внутри видно. Аккуратнее, Ань. Да, я постараюсь, чтобы ничего не произошло. Поэтому отрежу вот эту серебряную закрутку на лампочке. Как она называется? Пробка? Ой. На запах и на вид обыкновенная вода. И мы получаем обычный прозрачный чехол, который очень неплохо даже так тянется. Ой, кажется, лопнул. Ну что-то же должно было пойти не так. А вот эта серебряная штучка, она тоже очень круто растягивается. Непонятно, как она потом возвращается в свою форму. Все. Я так хотела узнать про апельсинку. Я думала, мандаринка. Ну что ж, кроме вот этой зеленой штучки типа листиков, на нашей апельсинке-мандаринке есть шовчик. Я думаю, по нему мы ее и разрежем. Как вы думаете, что внутри? Гель. Орбизы. Без понятия. Я почему-то тоже думаю, что там орбизы. По крайней мере, похоже. Раздавленные орбизы. Она издает такие смешные хлюпающие звуки. Может, она тоже в сеточке была?
Кстати, может быть. Ну что ж, давайте ее разрезать прям по шву. Напополам делить апельсинку-мандаринку. Из нее уже начинает вылазить мякоть. Готово. На первый взгляд внутри какой-то гель, типа того белого. Но тот гель был однородный, а этот нет. Все-таки мы с кисой Алисой были правы. Когда-то это были орбизы, но теперь они превратились в какую-то кашу-малашу. А сам чехол этого антистресса прозрачный, то есть цвет дают именно вот эти вот орбизы, которые сейчас похожи на какую-то раздавленную икру. Некоторые шарики сохранились, а некоторые вот такие вот пе. Аня, теперь давай вот этого большого зеленого гиганта, сеточки. Окей, давайте начнем с зеленого и посмотрим. Это очень большой антистресс, целую руку. И да, сегодня у нас все идет не так. Сеточка у него порвалась. Но все равно можно ее прижать и сжимать его, и получать вот такую вот странную штуку. Аня, отрезай сверху, где пимпочка. Как скажете. Просто если там лизун, то он вылезет прямо через пимпочку, и это будет прикольно. Так, да, и он даже расширяет сам дырку, потому что там действительно ярко-зеленый лизун. Даже ярче, чем сам чехол. Но чехол, кстати, тоже зеленый. Ими, ты меня любишь? Люблю, конечно, киса Лиз. Ты же моя лучшая подруга. Только что у тебя ноги воняют? Сама ты воняешь. Не воняют у меня ноги. Эх ты, вонючая пятка. Нет, да, вонючая пятка. Щекотно. Вонючка. Раз вонючая, что лижешь? Сладкие, небось, по кухне, по столу ползу. Короче, очень прикольный лизун, да? И давай попробуем его, правда, смешать с нашим лизуном-гигантом. Добавить его туда. Да, заодно посмотрим, что там стало с нашим лизуном. Вот я вижу, что пенопластовые шарики вылезли наружу. Мы, кстати, так и не придумали, что с ним делать. Точнее, мэджики писали самые разные варианты, но мы не выбрали никакой из них. А давайте сделаем опрос, как обычно, и пусть мэджики выберут самый интересный для них, и тогда мы замучаем этот лизун. Он становится все больше и больше благодаря нашим другим лизунам, которые мы к нему добавляем. Аня, у нас осталось всего два антистресса, и нужно их разрезать, посмотреть, что внутри, если найдем там лизуна, добавить в этот лизун. С какого из них вы хотите начать? Фиолетового, блестящего или вот этого вот красного? Упс, опять что-то пошло не так, и у нашего антистресса прыщ. Так, ребята, предлагаю поиграть. Смотрите, у нас есть два антистресса, один побольше, другой поменьше. И какие у вас идеи, в каком из них лизун, а в каком нет? Я думаю, в обоих лизуны. Я тоже. А я думаю, что они разные. И я как Софи. Воздержусь. Отрежем сеточку, она нам по-любому не нужна, ведь нам нужно вскрыть этот антистресс. Он фиолетового цвета, блестященький. Блестки, мне кажется, у него внутри, а не на самом антистрессе. И сейчас мы это узнаем. Разрезаем, как Софи сказала, по пимпочке и... Ух ты, ребята, все-таки внутри лизун! Если честно, я была уверена, что там будет какая-нибудь смесь, а блестки будут вот на этом чехле, а оказывается, там блестящий фиолетовый лизун. И он такой свеженький и бодренький, в нем так много блесток, и он не разваливается, хорошо себя чувствует. Давай добавим этот лизун к нашему лизуну-гиганту. Да, добавим, только давайте сначала посмотрим, что внутри вот этого последнего малыша. Отрезаем сеточку, вроде не поранило, пока все идет нормально. Он такой миленький, такой маленький, хорошенький, приятненький на ощупь, прикольно его мять. И самое интересное, что он снаружи фиолетовый, но когда мнешь, он красный. Наверное, потому что, да, внутри красный, ярко-ярко красный лизунчик. Маленький, но прикольненький. И получается обычный фиолетовый силикон. Добавляем обоих в наш лизун-гигант. Ничего себе, у него цвет такой ярко-красный. Так, замешиваем. И нам уже нужно поскорее решить, что делать с этим монстром. Ну что ж, по вашему желанию мы уничтожили сегодня очень много антистрессов. Такого еще не было. Подписывайся на наш канал. Иди смотри ролики на другие наши каналы. И на наш инстаграм подписывайся. И ставь лайк, и комментарии пиши. Иди про меня видео смотри, и поставь там лайк, и вот, пока.